Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 86. Начитывается Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта и с комментариями. Читает Колесников Никита. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 11-12 стихи. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Толкование блаженного Феофилакта. «Не сказал, да получит наказание, ибо, если бы и не перешел Антихрист, неверующие должны были быть наказаны. Но говорит, да будут осуждены, чтобы им быть безответными. Скажут ли они, что мы потому не уверовали во Христа, что Богом Его проповедовали ученики, а мы слышали, что один Бог, от которого все? В таком случае, как вы поверили Антихристу, который выдает себя за Бога, Христос все относил к Отцу, а этот наоборот. Но скажут, мы видели знамение, и Христом совершено было много великих чудес. Кроме того, о Христе пророки предсказывали, что Он – Спаситель, а Тот – Сын беззакония и погибели. Потому-то они будут осуждены, что, оставивши истину, они благоволили, то есть им понравилось, и они охотно отдались неправде, то есть обольстителю, употребляющему всякую несправедливость против людей, который сам есть воплощенная неправда». 2 Фессалоникийцам 2.13. То есть все царство, все будет от начала до конца на лжи. Сейчас просто идет операция, примерка, чтобы люди поверили лжи. Неважно какая, от сатаны лишь бы была. Она любая ложь от сатаны. Вот я здесь хотел сказать о лжи попутно, вот он говорит об этом сатане. Никогда не лгать. Это в человеке заложено было. Мальчишки, девчонки, все лгут. У меня с детства было заложено противодействие. Вот брат курил старше, а я нет. Маленькие были. И мать, он что-то на беда курит. Она его спрашивает, он стоит и врет. А я его любил, не знаю как. Она смотрит на меня, у меня слезы текут. Я брата боюсь сказать. И мама говорит, что делать. И когда меня судили, отец Геннадий Фаст и говорит, есть святая ложь, как у православных считается, а вот Игнатий не признает. Никогда, нигде, никак, ни в каком виде. Ни в каком. А почему это Бог дает? Молиться надо об этом, чтобы даже признаков лжи в нашей жизни не было. И все. А почему люди такие? Нам на все вопросы не ответить. Одно, не лги. Правда, единственная правда, ничего кроме правды. Антихрист и все сейчас гонит к этому. Обман, обман, обман. Поехали. 2 Фессалоникийцам 2.13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению». Толкование. «Так как апостол сказал нечто страшное, могущее смутить нетвердую душу, то теперь успокаивает сердца, научая, что все это страшно для других, погибающих, для которых и определено. А вас же мы, Бога, благодарить должны за то, что Он избрал вас и возлюбил. Если же мы благодарим за вас, то гораздо более должны делать это вы за себя самих. Потому мы благодарим, что Бог избрал вас себе и предопределил ко спасению, по предуведению, что вы достойны. Каким образом? Через освящение Духа, то есть спас, освятив Духом. Потом, чтобы кто ни сказал, так что же, мы ничего не принесли, апостол прибавил, и в веру истине, то есть освятил нас, привнесших веру истине, то есть вещам истинным. Ибо не какой-нибудь лжи поверили, но самой истине. Кроме того, он вспомнил о вере, следующей за тем, так как и после освящения мы имеем в ней великую нужду, чтобы нам не совратиться». 2 Фессалоникийцам 2.14. «Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Толкование. «Чтобы, услышав о вере, они не превознеслись, как и сами привнесшие нечто, дает разуметь, что и это от Бога. Которому и призвал, говорит, для чего? Чтобы спастись освящением и верой,
так что хотя бы уверовали, но это есть благодать призвавшего. Ибо если бы Он не призвал вас благовествованием нашим, то как бы вы услышали? Немаловажно и то, если Христос ваше спасение своею славою признает своей славою, ибо слава человеколюбца в том, чтобы много было спасающихся, и кто не поревнует о славе Его, то есть о своем спасении. 2 Фессалоникийцам 2:15. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим, толкованием. Отсюда ясно, что многое и без писем, через слово, то есть живым языком, а не только через послание апостола передавали. Между тем и то, и другое равно достоверно. Поэтому мы должны признавать достоверным и церковное предание. Есть предание больше, и не ищи ничего. Здесь апостол показывает также, что много колеблющихся в вере. 2 Фессалоникийцам 16:17. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Толкование. За увещанием следует молитва, ибо в этом поистине состоит помощь другим. Как бы так говорит апостол. Я сказал, стойте. Но все от Бога. Где же те, которые унижают Сына, потому что в крещении Он называется после Отца? Вот здесь, напротив, прежде апостол назвал Сына, давший утешение вечное. Какое это утешение? Надежду говорит на будущее. Она, надежда на будущее благо, поддерживает наши сердца, колеблющиеся в искушениях. Дал ее нам Бог не по заслугам, а по благодати. Это апостол сказал, чтобы смирить их высокомерие. Видишь ли, как путем молитвы он одобряет их сердца, представляя ручательство и знамение промышления Божие о них. Ибо если нисколько не трудящимся он даровал утешение, то тем более дарует трудящимся за веру. Таким образом, будьте в полной надежде. Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом, то есть посредством всякого доброго дела и слова. Ибо утешение христианина состоит в том, чтобы делать что-либо полезное и угодное Богу, или да утвердит вас в правых догматах и добрых делах, что бы ни случилось. Таково утешение. Утвержденный в вере и жизни, как бы ни страдал, переносит все мужественно и не совращается, ибо сохранение правых догматов удостоверяет его в получении будущих благ, а добрая жизнь радует тем, что он страждет не как злодей, а как слуга Божий. 2 Фессалоникийцам 3 глава, 1 стих. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Толкование. Сам прежде молился о них, чтобы им утвердиться в вере. Теперь просит их молиться за него. Не о том просит, чтобы он не подвергался опасностям, ибо он на это обрек себя. Но о том, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. Здесь просьба соединена с похвалой. Как говорит и у вас, чтобы и все также покорились ему, как и вы. Так апостол ничего не просит, собственно, себе, но всего Божьего. 2 Фессалоникийцам 3:2. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Толкование. Апостол говорит о тех, которые возражали против его проповеди и враждовали против догматов веры, каков был Александр Медник. На это он намекнул, сказав, ибо не во всех вера, то есть не все веруют, но достойные, подобно тому, как если бы кто-нибудь сказал, что не все удостаиваются служить в царском воинстве, но только годные для этого. Он в то же время и ободряет их, представляя в них столько дерзновения пред Богом,
что молитва их может споспешествовать успеху проповеди самого учителя их. Незаметно дает разуметь и о причиненных ему опасностях со стороны тех, которые противились слову. И то имеет для них немалое утешение, что Павел, будучи столь высок, все еще боролся с опасностями. Комментарий Игнатия Лапкина. Возражали против проповеди апостола Павла внешние, и это понятно. Но когда сегодня против проповеди, согласной со Словом Божьим, с канонами вселенских и поместных соборов и с трудами святых отцов, воюют православные священники и архипастыри, возражают против проповеди, то на какой версте мировой истории мы стоим? Не пред воцарением ли Антихриста, которого, как говорит Лаврентий Черниговский, будет венчать на царство православный патриарх? Не говорит ли это о полном разложении самого ценного, божественной соли, предохраняющей мир от гниения? Захария 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били под в доме любящих меня». Противодействие проповеди приравнивается сопротивлению Духу Святому. Опротивление Духу Святому есть одна из четырех ступеней, ведущих к хуле на Духа Святого. Деяние 7:51. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Это сказано не к безбожникам, а глубоко верующим людям, тем, кто поносит проповедь, кто противится ей. Сегодняшние противники проповеди в православных храмах есть духовные дети тех же палачей, побивавших камнями чудного проповедника Первоапостольской церкви. Иудеи, как и сегодняшние обрядоверцы, ненавистники живой духовной проповеди, возражали против проповеди Стефана и апостола Павла. Если бы совершилось чудо в России, паче чаяния, и Слово Божие заняло бы главное место в сознании всех православных верующих, и эта проповедь зазвучала бы в первую очередь самвонов, открыто обличая пороки великих и малых и самых высоких правителей, которые суть кривители, тогда и возрожденная паства возносила бы к престолу благодати осознанные молитвы об успехе проповеди своих священников. Такая молитва их сможет споспешествовать успеху проповеди их священников. Равнодушие, отсутствие помощи со стороны народа в учительном деле пастыря глубоко печалили святого Иоанна Златоуста. «Не возлагайте всего на нас», — восклицает он неоднократно. «Вы, конечно, овцы, но не бессловесные, а разумные, доколе нам беседовать с вами об этой жизни». У апостолов так не бывало. Они всегда миновали тех учеников, которые учились у них прежде, оставляя их учителями других, желающих учиться. Потому-то они и могли обойти всю вселенную, что не были привязаны к одному месту. Подумайте, сколько нужно преподать учение братьям вашим по деревням и самим учителям их. А вы держите меня, приковав к себе, потому что прежде чем хорошо будет построена голова, не следует идти прочим членам. Вы все возлагаете на нас. Тогда как только бы вам надлежало учиться у нас, а женам вашим у вас, детям тоже у вас, напротив, вы все оставляете нам. От того-то и много труда пастыря. О, как здорово. То есть все обязаны идти нести. Я вам сказал, а ты дома жену, детей, всех учи, продолжай. Вчера-то она говорит, а я говорю, а меня не слушают. Ты говори, а там уже видно будет. 2 Фессалоникийцам 3:3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Толкование. Выше сказал: «Избрал вас Бог во спасение, вместо избрал для себя». Итак, верен, то есть истинен Бог, и несомненно совершит то, что начал, и утвердит вас, как мы молились, так что вы уже не поколеблетесь, и сохранит, так что сатана не одолеет вас. 2 Фессалоникийцам 3:4. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем». Толкование. После того, как апостол помолился за фессалоникийцев и сказал: «Бог верен и, конечно, совершит начатое в вас дело спасения»,
Но чтобы вы не подумали, что все зависит только от Бога, и потому не предались лености, вот теперь требует содействия и с их стороны, как бы так говоря, Бог верен и несомненно исполнит дело свое, но при условии, что и вы будете трудиться. Заметь мудрость апостола. Он не сказал просто уверены в вас, но в Господе. То есть мы веруем в человеколюбию Божию, что оно исполнит вас силой, чтобы показать им, что все зависит от Бога. И не просто сказал уверены в Господе, но о вас и исполняйте и будете исполнять, дабы они, все относя к Богу, не стали ленивыми. Должно все возлагать на Бога, но так, чтобы и самим действовать. Не удовольствовался сказать «исполняйте», но прибавил «будете исполнять», показывая, что мы должны до последнего издыхания ревновать о добродетели. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпении Христова». Толкование. Опять молится за них, показывая свое попечение о них. Так как он намеревался укорять некоторых из них, то наперед умощает сердца их, чтобы показать, что он делает им наказ тот от много любви. И так сказал: «Господь да управит сердца ваши», то есть сделает то, чтобы они пошли по правильному пути и не уклонялись с него. Ибо многое уклоняет от правильного пути любви, и лихоимство, и тщеславие, и скорби, и искушение. Это и многое другое не дает нам идти к любви Божией или полюбить Его как должно. Слова же «в терпении Христово» или «так понимай», чтобы нам терпеть, как Он терпел, или так, чтобы мы с терпением ожидали Христа и не отчаивались, но твердо веровали, что Он исполнит, что обетовал. Сказав о терпении, апостол намекнул на скорби. Сочетал же с любовью и терпением потому, что любить Бога и значит все терпеть за Него, без ропота, благодушно. Под Господом разумей здесь Духа, как заметил Василий Великий. 2 Фессалоникийцам 3:6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Толкование. Часто мы говорили, что завещанием Павел называет более строгое наставление, так и в настоящем случае. Делая более строгое наставление, он говорит: «Не мы повелеваем, но Христос. Ибо что я говорю, то Он говорит». А Он нигде не заповедал предаваться бездеятельности, то есть удаляться от всякого, кто живет бесчинно, то есть без дела, хотя бы то был богатый или бедный или святой. Ибо те, которые отказываются от полезных занятий, обыкновенно скоро впадают в празднословие и равнодушие. А это и есть бесчиние. Каким образом? Таким. Кто ничего не делает, тот выходит из порядка, чина, положенного учителем. Поэтому апостол прибавляет следующее. «Предание, которое я передал вам в своих поступках, сделавшись для вас образцом, ибо, собственно, это есть предание». 2 Фессалоникийцам 3:7-8. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Толкование. «Мы не бесчинствовали», то есть не оставались в праздности. Бесчинием здесь апостол называет ничего не делание, как и выше. Ибо Бог положил бы человеку в труде и для этого снабдил его пригодными к тому членами. Так что кто остается праздным, тот выступает из чина Божия. Заметь, что апостол назвал даровой пищей то, что получает от них содержание. Но оно не было даровым, потому что он проповедовал. А трудящийся достоин своего пропитания. Обрати внимание на усиление речи. Если наученный нами чему-либо не почитает нас ради Бога, то мы негодуем, как будто получили самую сильную обиду.
особенно тяжело брать от слушателей. В настоящем случае об этом и говорит апостол, потому что фессалоникийцы были бедны. 2 Фессалоникийцам 3.9. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам. Толкование. Апостол имел право не трудиться, так как был занят более важным делом – проповедью, и питаться на средства своих учеников. Однако по доброте своей он трудился и кормил себя и находящихся с ним, чтобы научить этому и своих учеников. Ну как он не боялся говорить: подражайте мне, как я Христу. И постоянно указывает, ну пример другие Христос. Но если он исполнял, он не боялся сказать. Сегодня, когда скажешь об этом, ну ты сумел ли себя об этом вырваться из этого, ну ты маленько-то попробуй. И на этом уровне-то начинаешь что-то делать. А у меня нет памяти. А я при чем здесь, что у тебя памяти нет? Во-первых, учился плохо, дальше. Компьютерные игры играл, но самое главное, что мозги разъедают, это блуд. Внебрачной жизни проще. И, ну ты маленько поправку-то на все это делай, и все, памяти нету. Ну, сказал, ты запиши. Запиши, повтори несколько раз. У людей наступает старческий маразм. Что? А считайте до 100. Раз прочитал, да еще раз. А что тебе даст это? Ты молись. Запоминай места Писания. А под старость, говорит, пожинай то, что в молодости посеял. Давай. Комментарий Игнатия Лапкина. Согласно Слову Божие и толкованию Феофилакта, священнослужители имеют право питаться только от проповеди, важнее которой нет ничего. А таких выражений, как «служащий батюшка», «выездной по требам», ни Библия, ни толкование не знают. Скрыв Евангелие, люди изобрели другую веру, ложно называя ее православной. Проповедь закона Божия нужна, чтобы люди познали свои грехи. Как в зеркале видят недостатки своего лица, опознав, изгладили бы их покаянием и верой, и впредь береглись бы их. И это дело – долг пастырей. Святитель Тихон Задонский. Ну, что я добавил здесь? Комментарии. Я добавляю отсюда Тихона Задонского, Яна Златоуста, Василия Великого. Толкование-то какое я даю? А вы толкование даете? Никакого, нет моего толкования. Дальше. Мы, усердно учащие, не виноваты в том, что не убеждаем слушателей, а отвечаем только за то, что не обращаемся с наставлениями. Наше дело увещание, а повиновение зависит от них. Повиновение. Повиновение. Зависит. Такого слова нет. Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст, пожалуйста. И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. Лука 4.43. Это ибо я, ибо на то я послан, нашему священству надо принять в непреложный закон. И апостол заповедал им в лице святого Тимофея: настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай. Обличай, да как так? Да то, что обличай, это как будто бы судит его. Нет, не осуждает, а обличи в беззакониях. Не молчи, как 3.18 Иезекииля. Ты видел согрешающего, не сказал, он погибнет. Но кровь его я с тебя взыщу. Кровь. Мы даже не знаем, руки моем, а сам в кровавый. Почему? Павел говорит, я не упустил ничего, о чем сказать надо было. Деяние 20 глава. И поэтому я чист от крови всех. А не говорил ничего, он кровавый, батюшка-то стоит, он весь в крови. Он молчал, боялся, целовал головки, там, ой, молодцы, хорошие мои. 2 Тимофея 4.2. Истину на земле принес Господь и Дух Святой, исполнивший апостолов в день Пятидесятницы. И ходит она по земле. Проводники ее – уста иереев Божиих. Кто из них затворяет уста свои, тот преграждает путь истине, просящейся в души верующих. От этого и души верующих томятся, не получая истины. И сами иереи должны ощущать томление от истины, которое, не получая исхода, тяготит их. Освободись же, и иерей Божий, от этой тяготы. Излей потоки слов Божиих в отраду себе и в оживление веренных тебе душ. Когда же увидишь, что и у тебя самого нет истины, возьми ее, она в святых писаниях, и, исполняясь ею, препровождай ее к детям духовным. Только не молчи, проповедуй, ибо на это ты призван. Святитель Феофан Затворник. Пожалуйста,
Какое большое будет. Ну, надо-то знать было, найти, что они говорили где. Какая моя вина-то? Ну, в академии тебе преподают это, нет. Ну, послушай один раз, что говорит Феофан Затворник. Дальше. Ну, хоть второй раз пересчитывает. Говорит, как будто бы мы сидели рядом с ним. Пастыри должны часто это учение повторять, чтобы у них страх, чтобы у них страх Божий. Чтобы у иных страх Божий, у иных веру, и от нее истинное утешение насадить и утвердить в сердцах. Вот кто будет смотреть, смотрите, где кавычки открываются. Это кавычки взяты. Дословно. Святой Павел видел эту пользу и писал: «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Филиппийцам 3.1. В книге «Бытия» читаем, что и сам Бог несколько раз повторял Аврааму свое милостивое обещание. Тоже видим и в святых церковных учителях, которые неустанно порученных себе людей учили, наставляли, увещевали, устрашали и утешали. Непостоянно и переменчиво сердце человеческое и скоро совращается с истинного пути. Поэтому требует и постоянного напоминания, увещания, укрепления, наставления и поощрения. Святитель Тихон Задонский. Кавычки закрыты. Вот уже сколько мы прочитали. Епифан, Затворник, Златоуста. Дальше. Кавычки открыты. Место учения есть святой храм. Однако пастырь везде, где не бывает народ. И когда представится случай, может и должен преподавать учение. В этом деле примером всем пастырям служит Христос, Спаситель мира, который не только учил в храме Соломоновом, но и в домах, и в пустыне, и в прочих местах. Случай подскажет пастырю, старательному и остроумному, что и где говорить, как мы это видим в Евангелии. Сидя за трапезой, можно говорить о трапезе Царствия Небесного и прочее. После обедни всегда что-нибудь почитай, хоть краткое, ради поучения людей. А праздника никакого не оставляй без поучения, и где бываешь на приходе, в чем-либо доме, говори что-нибудь душеполезное, чтобы люди духовно созидались. Если же знаешь кого-нибудь в чем-то согрешающего, увещевай его и моли, чтобы перестал грешить, и устрашай судом Божиим и мукой вечною, и неизвестным окончанием этой жизни». Горе христианам, неисправным и священникам, не старающимся исправлять их. Очень интересно, когда скажешь, а как же на суде Божьем ты отвечаешь, ибо муки вечно, а что ты меня пугаешь? Это уже человек потерял веру, все. За одни эти слова он уже говорит, достоин гиены, как Златоуст говорит. Лица никакого не стыдись и не бойся, но всех, кто грешит, обличай, ибо это есть священническое призвание, и всем проси помощи у Бога. Даже если будут тебя ненавидеть за это, злые и злословить, не бойся их. Делай свое, и Бог тебя защитит. Святитель Тихон Задонский опять. 2 Фессалоникийцам 3.10. Ибо, когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Толкование. У вас вместо с вами. В первом послании апостол рассуждает об этом снисходительно, здесь же строже. Ибо если он сам трудился днем и ночью, хотя и не имел никакой нужды, то тем более другие должны быть так поступать. 2 Фессалоникийцам 3.11. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Толкование. Поскольку ум наш находится в постоянном движении, поэтому, когда мы не занимаем его делами благопотребными, он предается делам непотребным, как и выше сказано, начинает заниматься разведыванием, как живут другие, а отсюда переходит в пересуды, празднословие и пустословие. Итак, следует трудиться, работая своими руками. Тому и милостыни просить не должно. Кто, имея силы работать, предается праздности. Скажешь, я молюсь и пощусь, но это не есть дело рук. Можешь и при этом видеть, иметь ручную работу. И если ты об этом не родишь, то подлежишь суду, как празднолюбец. Скажут, как же того, кто учит, не приневоливают работать. У него есть работа важнейшая и труднейшая, которая не даст ему заняться ручными работами.
На тебе же лицо частном. Не лежит ничего такого, и ты грешишь, не родя труде. Второе Фессалоникийцам 3.12. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Толкование. Поскольку выразился более строго, сказав «увещеваем», то опять с большей снисходительностью обращается к ним и говорит «убеждаем». Но через это увещание делается еще более веским и строгим. Двух вещей требует от них. Как от бесчинных, чтобы безмолвствовали, так от праздных, чтобы работали, ели свой хлеб, а не чужой. Ибо им не должно обращать взоры на чужие руки. 2 Фессалоникийцам 3.13. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Толкование. Смотри, как скоро смягчилось отеческое сердце. Тотчас же и сжалился над ними. Удаляйтесь, говорит, от них, и отделяйтесь. Но, однако, не допускайте умирать с голода. Итак, что же из этого выйдет? Неужели кто, будучи уверен, что я его накормлю, останется праздным? Тебе достаточно удаляться от него и не придавать ему смелости, делая вид, что ты гневаешься на него. Хотя кто из них и после этого не исправится, но ты все же не унывай, делая добро. 2 Фессалоникийцам 3.14. Если же кто не послушает слова вашего о всем послании, то имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Толкование. Некоторые прочитали слово нашего и поняли так: если кто не послушает слова моего, Павлова, как бы сказанного через это послание, того имейте на замечании и обращайтесь с ним, как и с отлученным. Святой же Иоанн прочитал вашего и дал нам понять это место так: если кто не послушает нас, говорящих к нему то, чему вы научились через это мое послание, видишь ли, какая польза от того, что он будет отлучен? Это именно посрамление, ибо если и просто брать стыдно, то тем более, если они будут давать ему после отлучения. Великим наказанием считалось в древности по отлучению, но ныне не считается таковым. Ибо если нужно было чуждаться человека просто ничего не делающего, то насколько более других? 2 Фессалоникийцам 3.15. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Толкование. Как выше сказав, не трудящийся пусть не ест, апостол убоялся, чтобы таковые вовсе не погибли с голоду. И поэтому прибавил: вы же, братья, не унывайте, делая добро. Как теперь сказав, не сообщайтесь с ним, он убоялся, как бы это совсем не отделило его от братства, как отчаявшегося в себе. Поэтому и прибавил: но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. И после подаяния заповедуют вразумлять его, а не оскорблять, чтобы он мог получить благодеяние как для тела, так и для души. Кто вразумляет брата, тот не обнаруживает явно свои обиды. Напротив, делает это наедине и со снисхождением. Ой. Так. Будем говорить, скорбеть не о том, что даем милостыню, ничего не делающему, но о том, что он нарушает закон Божий, и посочувствуем ему, как больному. Пусть выслушают это те, которые не только не подают, но и оскорбляют нищего и бросают в него камнями. Ради тебя он беден, чтобы ты мог исцелить свои раны любовью к нему, а ты отгоняешь того, который переносит ради тебя нищету. Какая это бесчувственность! 2 Фессалоникийцам 3.16. Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Толкование. Всюду он запечатлевает свои увещания молитвой, налагая молитвы как некие печати и знаки на том, что отложено в сокровищницу для хранения. Таким образом и здесь. Так как, вероятно, у фессалоникийцев происходили распри вследствие таких случаев, когда одни удаляемые становились более ожесточенными, другие состоятельные уже не подавали таким людям с полной готовностью,
Справедливо апостол молится, чтобы мир всегда был между ними, ибо о том они должны заботиться, чтобы всегда сохранять мир. И при том во всем, чтобы ниоткуда не иметь повода к раздору, ни от слов, ни от образа действий. Ибо таким образом, говорит, вы без труда и непослушных сделаете лучшими. Ничто так не способствует к исправлению того, что мы желаем исправить, как мирное, безмятежное обращение и вразумление без гнева. Это и Господь обещал. И се я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20. Если, говорит он, будет со всеми вами, то есть и с теми, коих надлежит исправлять, и с теми, кои исправлены, то все будет во благо. Не хотящих трудиться он уврачует, а любящих труд утвердит в трудолюбии. 2 Фессалоникийцам 3:17-18. Приветствие мою рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Толкование. Приветствием он называет молитву, показывая этим, что и когда нужно было приветствовать, это дело совершалось с духовной пользой и молитвой, а не было простым знаком дружбы. Чтобы не составлялись послания от моего имени какими-либо обманщиками, а это, как мы вначале сказали, делали многие, я, говорит, собственноручно пишу приветствие. Во всяком послании, которое к вам ли, может быть, будет послано, или во всяком, кому бы то ни было послании, апостол и начал с благодати, и теперь снова благодатью заканчивает послание. С обеих сторон, как бы ограждая сказанное великими стенами, полагая твердое основание и присовокупляя незыблемый конец. Ибо если прибудет с вами благодать, нас спасающая, то уврачует все наши немощи, потому что такова сила благодати. А она с вами прибудет, если вы не отгоните. Благодать обитает в душах благоумных, исполненных простой веры и братолюбия. Да даруется и нам иметь такие души, чтобы являть братолюбие, вразумлять случайно заблуждающихся, как братьев, и всякими способами совершать в мире их исправление, быть всюду охраняемыми благодатью Господа нашего Иисуса Христа, принявшего нас в число верующих и приведшего к Отцу во Святом Духе. Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все. 87. Ты знаешь, чтобы не чихнуть, вот так нос прижми и все. Ага.